Нейзи, Нейзи, проснись, Нейзи, Нейзи, проснись, скорей. Нейзи, Нейзи, да чё Нейзи, тебе? Просыпайся быстрее. Чё, ну... там на улице такое, там кошмар. Ты посмотри, что там творится. Чего? Чёрт. Господи, мы в опасности. Смотри, сколько их, просто сколько их. Их тут просто нереально много. Их тут намного больше, чем за весь этот месяц просто. Ой, ужас. Это еще нормально. Но... нам-то это ничего. Для нас. Ну, в принципе, да, но... как мы на улицу теперь-то выходить будем? Но... хрен с улицы, нужно-то видео начать. Действительно, всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Эмеральд и Нейзи, и наконец-то спустя месяц мы воссоединились, месяц. Мы снова... Месяц. Извините, немножко... спустя месяц мы воссоединились, мы будем бегать, бегать. Вот. В общем-то... спустя месяц я решил ему все-таки позвонить, этому Эмеральду, и записать с ним какой-нибудь видос, а то там уже шквалы БЛС пишут... типа, где Эмеральд? Зарежу, порешаю. Нету Эмеральда, твою мать. И, в общем-то, мы снова играем вместе в Майнкрафт, снова выживаем, и сегодня у нас снова апокалипсис, снова зомби, и, в общем-то, в принципе, сегодня банально. Иди сюда. Предстоит задача выжить, как говорится. Так, давай сначала залутаем все. Да, действительно, но у нас ничего нет, мы бомжи, мы ничего хипстеры. Не имеем. Не бомжи, а хипстеры. Вот. Нео-хипстеры. Черт, какого. Ну, нео-хипстеры, это типа такие хипстеры, так. Которым все с опозданием приходит. Экономим свет. Тем не менее... ой. Ну ладно. Так, я не хотел. И видите, мы настолько хипстеры, что у нас даже печенек нету. Печенья, банки нет. Да. И даже телевизор не работает. Ну, там работают только каналы с шипением и все. Да. Ну это неинтересно. Кстати, это я для Long Dark их сам рисовал. Ну ладно. Вылетело. Так, Эмеральд, иди сюда, смотри. Тут какая-то коморка. О, смотри, да, это похоже на шкафчик тут... Бендера, знаешь, из Футурамы. Естественно, знаю. Давай тут жить. По-моему, тесновато. Для моего двухметрового роста это мало. Ну да. Да, придется ладно, нам все-таки выйти. Смотри. Только каким давай образом? Давай первый я захожу. Готов? Окей, а я типа раз. Смотри, проползи через окно. А, залей. Точно, как в этом, в Mirror's Edge Catalyst прям. Эй, ой, о, нет, нет. О, черт, сколько тут агрессивно настроенных чуваков. Ой, черт, меня господи. Ударили. А, черт. Фига, смотри, че. Черт. Давай, мочи их. А, черт. Ай, твою дивизию. Да все, давай, пошли, черт. прорываемся. Давай. Пошли. В какой-нибудь вот в этот дом погнали. Окей. Так, бежишь, пошли. Да. Тихо. Заходи. Стой. Давай быстрее сюда, беги. Да бегу, вот я здесь. Все, смотри. Так, забежали, отлично. Опа, так, смотри. Говнутас. Ух ты, тут, надеюсь, хоть телевизор работает. Не, смотри, давай поиграем на этом нотном блоке. Давай. А, это правильно, ну фу. Гадость. Понаставили. А, погоди, сейчас починю. Починил. Да? Починил. Да, чинильщик, блин. Это вообще не сантехник, знаешь, я смотрел, там фильм один начинался вот так же. Там стояла одна вот тут вот, около плиты, тут такой сантехник приходит, вам починить трубы. Вот. Отличный фильм, отличная комедия. Я тебе сегодня скину его ночью. Это прекрасный фильм женского рода. Господи, что я сегодня несу? Окей, ладно, тут у нас спаленка. Где спаленка? Тут спаленка, тут, видимо, спали. Знаешь, что делают спаленки? Ломают кровати. А ты о чем подумал? А я подумал, стекла ломают. Но, видимо, это тоже. Смотри. Окей. В нижнем мире же взрываются кровати, да? Стой. Ты где? Я здесь. Вот, смотри. Чего? Сон на свежем воздухе. Ты серьезно? Да. Окей, ладно. У нас апокалипсис, и ты тут спишь. Ну, знаешь ли, здоровье всегда важно. Пошли. Даже какой сегодня день, какой сегодня вообще мир. А сегодня, кстати, туман лондонский. Да, ну, естественно, да, это же... все, пошли сюда. Так, смотри, тут что-то так... заколочено. Зафигу... да, еще-то на... тут свет надписи... можно врубить, смотри. О, да ладно, тут у нас... тут вход несколько... подвал. Экономим свет. Ты включи обратно, Ладно, я починю. Так, пошли, иди сюда. Окей. Так, ой, стой, смотри, второй этаж. О, господи. Иди сюда. Ой. Ой, господи, тут какие-то призраки. Иди сюда. Или что? Смотри. Черт. Ух ты. Это тут что такое? Темно, как в жопе. О, смотри, это же блок. Где? И раздатчик. Точнее, выбрасывать. Серьезно? Да. Да ну, не врешь? А ты что подумал? Не врешь? А ты думал, что это холодильник? Нет. Отличная фантазия. Пошли. Так, окей, сюда! Ладно. Иди.
Куда-сюда? Сюда. К Бендеру в гости. А, стоп. Ой, нет, темно, я не хочу, там страшно. Ай, черт, знаешь, там... Знаешь, SCP-087, там... вот такая же. Да, там монстр из SCP. Черт, пошли дальше, хочу, пошли вот дальше. Вот туда лучше пойдем, сюда, вот сюда. Нет, вот. Сюда. Почему сюда? Сюда, говорю. Потому тебе. Что я снимаю видео. Ладно. Все, завали. Уговорил. Пошли. Так. Так. О, смотри, кладбище. О, стоп, мне кажется, там голова чья-то торчит. А, мне кажется, это ходячий. На. О, господи. Так. Так, ХНКС. А, может, будем раскапывателями могил? JCS. Давай будем раскапывателями могил. Не, господи, как-то это аморально, ну ладно. Стой, погоди, давай сначала заблочим тут все, чтобы никто не вошел. Давай. О, с помощью этих штучек. Давай, смотри, давай раскапываем могилы. Так, стоп, давай просто посмотрим, какие тут могилы есть. Да, тут ничего нету в могилах, на самом деле. Ричард. Нейзи? Лол, где? Где? Смотри, а что тут интересно? Я даже ничего не вижу. Темно очень. Лол, пылесос и мои кости, и химикалыс. О, миниган? Это мой пылесос. А, пылесос, окей. Ё-моё, тут темно! Какой-то фейковый труп, какой-то фейковый Нейзи, не знаю. Кто-то фальсификацию сделал. Если я найду этого человека, то я заставлю ему заплатить полную моральную компенсацию. Господи, нам нужно найти факел, тут черт как темно. Так кошмар просто, реально ужас. Пошли, ты иди за мной, иди за мной. Вот такое чувство, будто в Silent Hill какой-то вот попали. Silent Hill. Давай, стоп, давай дерево нарубим по-быстренькому и печку какую-нибудь запихнем. Действительно, давай. Так, вот я срубил дерево, пошли. Давай найдем типа завод. Ё-моё, нам что, придется сейчас скитаться? Господи, это что за музей такой стрёмный? Пошли сюда, за мной. Нам что? Господи, ничего не вижу. Ты такой силуэт, знаешь? Темный. Силуэт. Ночной гость, знаешь, такая картина великого художника? Ночной гость. Да. Да, вот сейчас похоже. А, стрёмненькая такая, которая? Ага, да. О, смотри, эмеральд, вот. Господи, где? Черт. Сюда, вот. И ничего не вижу. Блин, тут надо найти дверь. Включите свет. Ай. Ой, меня... прости. Сюда иди, вот, смотри. Так, тут надо нащупать печку. Ни черта не вижу. Соль, у меня, короче, вот сверху такая фигня есть, типа, вот. Я по ней ориентируюсь, где что. А. Понял, видишь? Так. Я тоже. Черт, так, я потерялся. Черт, твою ж дивизию. Ну это хардкорное же выживание, так что мы должны. А, опа, я что-то нащупал. Че? Ё-моё, рычаг? Нет, вот где рычаг был? Вот, еловые блоки, господи. Что, где? О, я нащупал. Черт, я в метро какой-то провалился. Какое метро? Эмираль, ты где? Метро 2033 какой-то. Я нашел свет. Опа. Да ладно, реально свет, Эмиральд. Ты где? Вылетел. Паша, я нашел, короче, это, тут можно расплавить в печке. А я нашел какое-то метро. Стой, сиди там. Сиди там, я сейчас приду, окей? Я нашел еще доски тут просто. Эмиральд. Алло, да? Сиди там, окей? Я сейчас принесу факел, и мы... тут светокамень есть, ё-моё. Так, нет, я лучше светокамнем. Все, у меня есть факел и светокамня, ты где? Эй, Эмиральд! Эмиральд! Чего? Лол! Я сейчас продолжу. Что-то вот это реально страховенько немножечко. Ой, не надо меня так пугать. Итак, народ, я продолжаю. Собственно, вы слышали по звукам скайпа то, что у меня вылетел интернет, и Мираль тоже, соответственно, вылетел. И мне пришлось теперь шароёбиться по ночной комнате второй, там, где стоит мой роутер, спотыкаться обо всё, втыкать, Эмиральд. Я вылетел опять. Господи, ну ладно, втыкать этот провод, да, в роутер, и всё это в ночной тишине. То есть я там упал пару раз, но включил роутер снова. Так, Эмиральд, куда ты попал, упал? Я, собственно говоря, сейчас нахожусь в метро 2033, как до этого. Тут лава повсюду. Лава? А, я знаю, где ты. Помнишь, когда мы снимали тёлка в апокалипсисе? Вон, я тебя вижу, всё, да. Я... Вот, ты в метро, да? Да. Привет, я вот, твой ангел-спаситель. Так, смотри, это какие-то... Смотри. Сабвей серф, погнали! Погнали. Опять вылетел. Ну что, идешь? Иду, вот давай, я. Давай. Так, из сабвея вышли, сабвей серф. И куда мы сейчас идем? А, куда-нибудь ходить по... Ну, лутать, пошли лутать. Собственно, ты видишь мой свет?
Эмирульт. Ну, ё-моё. Все, пошли дальше, Эмиральд. Пошли. Так, собственно, надо все что-нибудь полутать тут, а найти. Вот что вот это за стена, как думаешь? Да дом какой-то, скорее всего. Это музей политехнический. Так, полезли за подъем. Ну, давай посмотрим, на самом деле, помародёрим. А, так это эти дома. Так, да, слушай, давай их залутаем. Вот, смотри, тут. Ну, давай, давай. Так, посмотрим, что тут есть. Так, ой, тут открыт тут... гараж. Не. Окей. Так, так, а тут у нас... Ничего, холодильники только... вылетел. Бля! Давай, пошли. Ну, где ты там? Я потерялся, короче, я не знаю, где-то... Тут какая-то темень. Так где ты, ё-моё? Только что тут был, нет, потерялся. Куда пропал? А, вон я тебя вижу. Стой на месте. Стой на месте. Все, помощь рядом. Помощь рядом. А, вот вон ты где. Силуэт. Вот, видишь? А, вот, наконец-то ты меня нашел. Вот. Все, пошли. Ну, пошли, пошли. Давай вот тут залутаем тоже. Тут ничего. По-моему, тут ничего нет. Ничего нет. Собственно, как и везде тут. Так, значит, надо, думаю, так, возвращаться. Так, стой, ты же забыл, у меня нету света. Ты где? А, вот, пошли, здесь. Знаешь, вернемся к нашим домам тем. Ну, ты понял, каким. Да, пойдем. Так, слушай, ночью что-то нету особо зомбей. Это, может, кстати, они... я только хотел заметить, вот куда они делись? Вот сейчас такой, знаешь, вот знаешь, они сейчас возьмут и выпрыгнут, и мы испугаемся. И что ну, будет? Слава богу. Ну понимаешь, как бы это с одной стороны хорошо, так как мы только начали, да? Ну, знаешь, и поэтому их мало. Есть такая умная поговорка: самый страшный звук — это тишина. Кстати, да, вот реально, я боюсь тишины. Поэтому мы для вас все время говорим. Если мы будем молчать, то это будет. Да, то вы будете тоже пугаться и все такое. Хотя, да. Чего тут пугаться, в принципе, если... А поэтому сделаем вот так. Вот. Это я сделал рукой. Что-то я неадекватным стал в последнее время. Не знаю. Наверное, головой ударился. Так. Ну, бывает. А тем временем уже настает рассвет, невиданный рассвет, и мы наконец-то идем... Ух ты, вот это первый зомби. О, господи, черт. Зомби. Опа. Все. Ой. Давай вон я еще буду драться, потому что... Ой, черт. Пошли. Так, минус два зомби, надо залутать все, а то у нас вообще ничего нету почти. Мы бомжи, блядь. Давай. О, а, стоп. Нет, это наш дом. Это не наш дом. Давай посмотрим, что здесь есть. Так, тут, собственно, ничего, а тут что? Тут, походу, тоже хипстеры жили, или просто их обчистили. Нет, тут не хипстеры жили, тут совсем другой дом. Так, о, стол какой-то тут. Какой-то где? Так, какой-то стол, не знаю, зал заседания. Так, ладно, тут, походу, какой-то президент жил, не знаю, принимал тут... Диванный президент. Парламент. Не знаю. Ну, не знаю, или какой-то бизнесмен. Зажиточный. Ладно, пойдем отсюда, вот, ко мне вот сюда вот. Давай. Вот давай интуитивно подсказывай, где бы можно было залутаться. О, слушай, у меня есть идея. Ну? Так, тут у нас где-то жил один состоятельный человек, можно к нему пойти, там у него большой дом. И ну, там... Карту более-менее знаем уже, да? Да, там... Ух, там... смотри, вот этот прикольный домик такой. Может, его залутаем? Так, нет, это не он. По-моему, это не он. Так, честно. Вот кладбище, так. Вот где я... Не-не-не, это не кладбище, это не кладбище, это совсем кладбище. Другой дом. Не, вот так. Кладбище, говорю. Какой-то там такой большой дом был, знаешь, такой состоятельный, вот готический такой слегка. Так, нет, это не он. О, там зомби, черт, зомби. Ну и... Ай, тебя? Господи. Что, у меня 2D миниган? Смотри, что? У меня 2D миниган. Господи, что это такое? Уберите от меня этот ужас. Что это за ужас? Я не хочу это видеть. Давай его просто закопаем, чтобы мои глаза это не видели. Давай. Вот тут вот рядом с нашим домом закопаем. Просто вот закопаем. Похороним его. Все, да. Сзади. О, черт. Черт. Проклятые зомби. Все, пошли. Пойдем отсюда скорее. Так. О, я, кажется, вспомнил. Ну, так, ой, что зомби? Это... Нет, не... Ай, господи, зомби! Ой, тихо-тихо. Сколько хп? Так, хп у меня пока что в норме. О, смотри, вот впереди что это, давай посмотрим. Что впереди? Какая-то будка. А, вот этот дом, да, я о нем говорил. Вот он, наконец-то я его нашел. Ну давай. Так. А, я помню этот дом, ё-моё. Так, сейчас мы посмотрим. Тут что-то должно быть, определенно должно быть. Так. Здесь? Так. О! Ух ты! Смотри, пушка! Пушки? Офигеть. Лол, кар 98? Да. Офигеть. Лол, нормас. Забираем патроны.
Они а тут очень... что, тут ничего нет? О, прицел нашел, коллиматор. Нашел гранату РГД, лол. РГД? Серьезно? Да. О, еще гранаты, на, возьми одну. Ох, еще. Круто. Так, стой, я еще лутаю, смотрю, что тут есть. А. Ничего, вот тут вот возьми гранату, вот в этом ящике. А, вот. Так. Ты еще одну винтовку-то возьми. На всякий случай, да, возьму. Лол, так. Теперь у нас есть оружие Второй мировой войны. Прикольно, теперь мы можем стрелять в зомби. Так, ух ты, тут, походу, побывал террорист. Смертник. Да. Крикнул «Аллах Акбар!» и все разлетелось. Так. Да. А сейчас видите вот эту вот штучку? Она называется котел. На самом деле... Это типа унитаз. Вот сейчас я сделаю великий американский прикол. Чё? Засуну петарду в унитаз. Ты серьезно? Да. Бежим! Черт! Ой, нет. Пока ты не реально? Бежим. Нет. Тихо. А теперь бежим! Ой, черт! Сейчас взорвется, сейчас будет бум. Ой. Лол. Че? Это реально петарда какая-то. Это что, стальной туалет? Ладно, пошли отсюда, стальные толчки тут понаставили. Давай на дерево это! Эй, бля. Так, окей. Так, все, пошли из этого города нахрен. Пошли. Ой. Так. Все, давай патроны не тратить. Да-да-да, давай уж при возможности не будем их тратить. Ё-моё, мы по кругу ходим, давай за мной назад. Не-не-не, нам не сюда. Да, точно, пошли, я там рядом с этим домом вот видел сюда. Еще прикольно. Или нет, ой, нет, не сюда. За мной. Все, закрывай, чтобы они не прошли. Да. Все, пошли за мной, я тут всё, видел. Теперь они точно не пройдут. Так. Я тут типа хлопутки какой-то видел, не знаю. Так, где? Вот за мной иди. Ой-ой-ой-ой. Ой, блин, он меня ударил. Я устал, мне сложно бежать. Че ты устал? Ты на жопе устал. Сидишь. Устал он. Кнопочки нажимать устал. Пошли. Так. Мое состояние полная беспомощность. Ну ладно. Мое состояние полная беспомощность. Пошли. Так. Окей. Че ты такой диапазон держишь? Типа появилась пушка, да, и сразу такой сик-сик. Ага. Смотри, вот тут прикольный тоже домишко. Давай, так. Короче, найдем дом, поселимся в него и засел... Во, смотри, вот. В принципе, почему бы и нет, действительно. Смотри, что это тут? Это будка чья-то, по-моему. Стой, спаунер зомби, смотри, спаунер. Где? Вот. А, да это обычно не спаунер, само у нас же из... Не помню, что. Во, что это? Чуть свет зажегся. Смотри, стой, открой. Круто, вход. Куда? А куда вход? Лол, смотри. Чё нифига это? Себе, это что за комната лаборатории? Смотри, смотри. О, нифига давай себе. Давай нажмем этот рычаг, давай. И что сейчас, типа, начнется бой Фирамира с Завагором? Это, по-твоему, Фирамир? Похож. Ну, по крайней мере, массой похож. Ну, такой же массой, да. Вот. Пошли. Вот. О, там что-то находится. Смотри, походу, реальная лаборатория. Реальная лаборатория. Какой-то ученый тут жил, а видимо. А что тут реально? О, тут, походу, комната опыта персонажей Крипипасты. Да? А, похоже, да. Кстати, у тебя в опасных было такая. Такое, да, было. Так, а тут что? О, а тут и персонажи, но не Крипипасты. Короче, ладно, пошли, все равно они не спавнятся. Окей, пошли. Не, реально, а что тут вот? Какая-то... О, смотри, сюда зайти можно. Чё? О. Ну, погодь, а если нажать кнопочку? Пусти меня туда. Давай, заходи. Ай, впусти. Заходи. Так, вот. Так, ты будешь моим подопытным. О-о-о-о. Что с тобой можно сделать? Ладно, ничего, выходи. Это не демократично, не надо так делать. Так, нарушение пошли тогда выбираться наружу, а то мало ли что тут. Вдруг кек какой-нибудь вылезет там, не знаю, скажет, это мое болото. Так кек тут сидит, собственно. Да? Ну вот кек же. Да. Ладно, пускай сидит дальше. Ты уходишь там? Ты чё, выпускаешь ее? Да пусть он живет, мы же живем. Ну ладно. Да и вот не особо важно. Ему, по-моему, вообще насрать. По крайней мере, говорят, что у пирамиров отсутствуют мозги, поэтому, в принципе, он без мозга, он ничего нам не сделает. Его состояние полная беспомощность. Причем полностью, вообще, полностью. Паш, смотри, тут. Ух ты, дерево. Смотри. Давай залезем. Как мы были в этом доме. О, давай. Обезьянка. Ай, черт, не получается. О, получается. Мое состояние полное небеспомощность. Смотри-ка. Отсюда них. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Полезли. Ты
Ты где? Полезли, полезли, полезли. Блин, мое состояние полное беспомощность. Ладно, пошли дальше. Мое состояние полная помощность. Пошли. О, смотри, свинья, давай ее зарежем. Смотри, тут какой-то холмик. О, коняшка, коняшка. Да хрен с коня. Смотри, тут типа города или что? Погнали вдоль, вдоль, вдоль. Ладно, только мы тут вроде были, но не знаю, посмотрим, давай. Спаунер свиней. Так, пошли. Так, главное, чтобы нас никто не заметил. Так. Да нас не заметят. В принципе, да. Наверное, да, наверное. А вдруг спецназ прилетит, там, не знаю, убьет нас случайно. На вертолете там точечная бомбардировка. На голубом вертолете и потом бесплатно раздаст нам... люлей. Да. Все, блин, мы что-то далеко от города отбежали, здесь нет ходячего. О, смотри. О, помнишь, мы здесь... А, не, это не то. Заправка, это... заправка, смотри. Реально, да, заправка. Давай зайдем так. Сюда. Посмотрим. Стой, погоди. О, тут табличка, тут что-то написано. Тут посмотрим, погоди, прочитаем. Погоди, погоди, где? Покажи, покажи. Вот, что тут? Табличка. Сейчас, секунду, ну-ка. Тополева нет, проваливай. Ой, да не очень-то и хотел. Смотри, это типа медицинская машина. О, давай посмотрим. О, медицинские принадлежности. Офигеть, сколько тут всего. Возьмем это все дело. Бери, бери, так. Бери. Во, сумку бери с этим. Взял? Я взял, да. Отлично, пошли. Жаль только, она сломалась, и мы не сможем на ней уехать, но тем не менее. Сумка? А, машина. Да, машина, да, машина. Пошли, сюда. А, давай залезем вот сюда вот. Давай посмотрим, что здесь. Топливо для машины. Чёрт. Топливо для машины? Так, может, найдем? О, еще топливо для машины. Тут жратва, смотри. Да. Тушеные грибы давай, бери. Только они, по-моему, просроченные. Пошли. Ну, нам не привыкать, в принципе. Нам не привыкать, мы и не такое жрали. Мы уже собачий корм даже ели, поэтому, в принципе, зомби-апокалипсис — это не суть важно. Пошли. Да, очень. Он как чипсы на вкус, так. Почти, так, только для бомжей. Гнилая плоть. Фу. Это невкусно. Мы такое жрать не будем. По-моему, тут кто-то кетчупом измазался. Да. А, не, вон там выход, иди за мной. А я не хочу. Как не человек. Пошли за мной, все. Ай-яй-яй! Ё-моё. Нет! О, господи. Пошли. Так, а тут что за автомойка была? Ну ладно. А, ну это и есть автомойка. О, мостик, смотри, куда этот мостик ведёт? Да насрать на мостик, пошли туда. Ну ладно. Пошли вот сюда сначала, потом на мостик. Я просто думал, он ведет в сейф-зону какую-то, не знаю, может быть. Сейф-зона. А чё, ХКС тебе, да? Загнивающий. Может быть. Смотри. О! Давай как Бэтмен зайдем сюда. Пойдем. Тут о! Кресло. Стул. Кресло, это да. Типа комната допроса или что? О, смотри, там что-то есть, я вижу. Там что-то есть, там какие-то ящики. Где? Нам надо каким-то образом туда пробраться. Так, о, вот. Я придумал, нашел. Иди сюда. Ну я хотел взорвать, ну ладно. Так. Ящик. Картошка фри. О, картошка. Ура, nice. Наконец-то человеческая еда, правда. Ну, у картошки срок годности вроде бесконечный. Все, я возьму рычаг на всякий случай, а то мало ли, нам еще попадется. Так, окей, пошли. О, тут он пригодится нам. Где, давай. Вот. О, сразу две двери, смотри. Гений. Так. О, это выход. Ничего. Это выход. Да? Ну ладно, давай, еще заберу. Нет, иди сюда. Что? Ну ладно. Он о, там господи, остался. Что с тобой было? Что с тобой было? Пошли тогда вот сюда, вот туда. Наверх. Куда? На этот мост. На мост? Да. А, ну как я хотел, ну окей. Так, окей, а что тут? Ты такой, закат. Давай как человек, давай как люди будем по пешеходному идти. Не, мы руферы. Ну смотри, ладно. Что это? А, это что такое реально? Что-то взрыв какой-то. Взорвалось, ладно, пофиг. Окей, тут тоже террорист попал. Смотри, тут какое-то здание. Нифига себе. Смотри, какое оно высоту. Офигеть, уже. Оно здоровое. Это госпиталь. Такой огромный госпиталь? Видишь, госпиталь написан. Я боюсь, какая умираемость в этом городе. А, Олимпус Сити. Олимпус Сити. Господи, сколько тут кровищей. Тут что, побывал маньяк-убийца? Из Dead by Daylight? Судя по всему, да. А, я понял, кажется, что это такое. Чё? Буйное отделение. Да, похоже. Походу. Так. О, факел. Факел я себе возьму. Пошли тогда. Факел это хорошо, факел полезно. Так. Тут ничего. Смотри, тут тоже ничего. А здесь? Вылетел. Так, Эмиральд, я думаю, нам нужно это, искать место, где мы сможем обосноваться. Просто эта больница слишком большая. На самом-то деле, погнали чем лучше домик какой-нибудь найдем, потом залутаем ее, у нас просто времени нет. А может в город пойдем? Там да, но я и хочу в город. Там много вещей. Да, там много вещей. А тут что, тут все поперли, видишь, тут одна кровища.
Ну, ой. Собственно, да. Так, давай так. Ты тогда... О, чё, это что за буква О? Где? А, это вон она оттуда упала. Ясно. Смотри, давай я буду держать светильник, а ты будешь с пушкой ходить. Окей, понял. Окей, big man. Окей. Пошли, смотри. Лол, тут на мосту же трава растет. Да, вот что значит старый город. Ну, от апокалипсиса не так долго прошло, а уже трава. Ну, это же радиация, это же Чернобыль. Ух ты, смотри. Какой а, Чернобыль, ты чё ебанулся? Не знаю. Второй Чернобыль какой-то. О, что это такое? Чё? Олимпус Сити. Олимпус Сити. О, может нам туда? Давай зайдем в этот домик. Посмотрим, давай. О, смотри, что тут было. Чё-чё-чё. Господи, кто здесь побывал? Тут, по-моему, какой-то жиробас прыгнул. О, посмотрим, тут подвал какой-то. Давай. Офигеть. Чё это за дом такой? Лол. Сундук, ничего. О. А, еще сундук, ничего. А, чё? Это просто светильник. Светильник, ты чё? Погнали наверх, тут тоже делать. Погнали, ничего. Тут ничего просто делать. Просто заделывать надо, тут долго заделывать, надо найти идеальный дом. Вот. Пошли. Тут нужно найти идеальный дом такой, чтобы обосноваться в нем. Это тоже не подойдет. Так, стоп. Так, посмотрим. Погнали куда-нибудь вот туда вот. Ну пошли. Корова, смотри. Лол. Тут какие-то холмы, не знаю. Мы лежим на склоне холма. Где мы вообще, не знаю. Мне кажется, все это все ерунда. Ну да. Во, смотри, вот дорога. Мы вышли к дороге. О, дорога. Дорога, дорога. Во, это где мы? О, ходячий, смотри. Давай, убивай их. С ножа, с ножа, с ножа. Черт, черт. Давай. Меня давай, укусили. Давай, вали, вали. Все нормально, пошли. Так там где? Еще ходячий. Ай! Все, давай, пошли, гасите. Так, завалили. Ну что ты делаешь? Свет! Свет! Нет. Свет. Свет. Пошли. Так, я думаю, нам надо какой-нибудь сейчас дом по фасту отхапать. Да. Ай! Все, пошли, бежим, пофиг на них. Поехали, 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 пошли быстрее! Так, ё-моё. Давай туда свернем. Давай, 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 давай. Так. Чем быстрее, тем лучше. Пошли туда куда-нибудь. Ща-ща-ща. Найдем какую-нибудь хату топовую. Топ хаты in the world. Так, тут кладбище, надо теперь направо куда-нибудь, вот сюда вот. Чё тут у нас? Да. Так. Надо просто вот куда-нибудь забраться и переждать ночь. Лол, нет, тут обрыв. Господи. Не-не-не-не-не, я туда не полезу. Даже ай-яй-яй. А, господи, ну что ж ты угораздил-то тебя так упасть? Ну нахрен. Короче. Так, поехали. Пошли, отхапаем дом и там засядем до утра. О, кладбище. Пофиг, а может кладбище переночуем, как нет, настоящее? Нет, тут зомби был, помнишь, я не хочу. Во, погнали вот в этот дом просто. О, давай посмотрим, посмотрим. Давай, давай. забор. Так, давай. О, он заколочен полностью. Да ладно, еще и двери. Он вроде безопасный, пошли. А двери? И дверей что ли нету? Есть. Или... А, есть. Вот, все, есть, пошли. Есть. Так. Фу, так, о, давай забаррикадируем пока. Во, я вот так деревяшку поставлю. О, тут заодно всякие шмотки есть. Я забаррикадировал дверь. Молодец. Так, холодильник тут есть, холодильника тут нет. Ну, жрать нам тоже нечего. Итак, пошли, Эмираль, наверх. Думаю, окей, пошли, переждем ночь тогда. Да, я думаю, да. Вот, сюда. Итак, народ, собственно, вот такая вот у нас была первая серия «Выживание в зомби-апокалипсисе». И, собственно, вторая серия выйдет у Эмиральда на канале. А, ну вот. То есть, поэтому переходите по ссылке. По ссылке в описании или в аннотации сейчас она будет. Вот. Собственно говоря, да. Всем спасибо за просмотр, всем пока, и новая серия лайки, уже на моем канале. Да. Вот. Новая серия уже на канале Эмиральда. Пока-пока. Пока-пока.